Казахстанцы, Назарбаев не выполнил наши требования. Мы требовали в срок до 11 сентября 2019 года освободить всех политических заключенных и вернуть в действие Конституцию 1993 года. В случае, если наши требования не будут выполнены в указанные сроки, мы будем считать действия Назарбаева антинародными, требовать немедленной его отставки со всеми последствиями для него и его окружения. Поэтому мы считаем всю его деятельность антинародной. Требуем его добровольной отставки. В стране огромные проблемы во всех сферах жизни. Образование, здравоохранение, правопорядок, китайская экспансия, экономика. Тотальная коррупция во всех эшелонах власти. Многомиллиардные хищения бюджета мешают развитию нашей страны. Арест активистов, заключение в тюрьмы многодетных матерей. Причиной всех наших бед является действующий политический режим Назарбаева. Для развития нашей страны, для процветания Казахстана нужно провести политические реформы. Для этого нужно полностью сменить всю власть во главе с Назарбаевым. Первое. Призываем всех активных граждан требовать отставки Назарбаева. Призываем всех активных граждан к гражданскому сопротивлению режиму. Будьте активными, объединяйтесь, проводите одиночные пикеты, присоединяйтесь к мирным митингам с требованием отставки Назарбаева. Бойкотируйте банки, магазины, рынки, компании, принадлежащие Назарбаеву. Второе. Обращаемся к рядовому и офицерскому составу вооруженных сил, правоохранительных органов и Комитета национальной безопасности. Помните, народ – единственный источник власти. Вы давали присягу служить народу и защищать народ. Не выполняйте приказы по подавлению мирных митингов людей. Не применяйте оружие против своего народа. Помните, в мир информационных технологий, интернета, мы быстро узнаем о тех, кто выполнял преступные приказы. Вместе, сплоченные, мы сила. Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: «Спящий народ или погибает, или же просыпается рабом». Алға, Қазақстан!